Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Яна Кан, снова, да? Активизатор любви к себе. И в сегодняшнем видео мне хочется поговорить с вами о том, как на самом деле полезно гулять и как вредно то, когда вы не гуляете долгое время. Как это случилось у меня? В зимнее время я гуляю очень-очень редко. Вообще редко. И потому что, вот видите, по снегу тяжело очень ехать. Очень тяжело ехать, поэтому я не люблю гулять, еще одеваться. Очень тепло. Ну так вот, я не гуляла около недели, а вчера поехала в магазин. Мы там на остановке ждали автобус и долгое время были на улице. И дело в том, что сегодня у меня соскочила вот простуда на вот этом моем носу. Конечно, этого сейчас не видно, потому что уже позднее время, солнце заходит и, естественно, свет становится все меньше. Но для чего я записываю это видео? Мне хочется сказать вам о том, что на самом деле регулярные прогулки, они очень-очень укрепляют здоровье, потому что когда вот, допустим, я гуляла очень часто весной, летом и в начале осени, это было намного для меня полезнее, потому что я не простывала и никаких простуд в носу и других частях тела у меня не выскакивало. И поэтому, дорогие мои друзья, рекомендую вам гулять, конечно же, желательно ежедневно, потому что, чтобы у вас не выскакивали всякие там простуды, как у меня это случилось сегодня. Гуляйте, пожалуйста, берегите себя. С вами была Яна Кан, активизатор любви в себе. До новых встреч, пока!